one English language you can ask me, okay? Проходила из гор, из реки Манавгат через специальные акведуки. Акведуки это такие древние каменные водопроводы, и через них проходила вода, и вот эти вот обложки проходила вниз, и внизу был такой бассейн. И также вода проходила в город. И в это время он начинает культурно уже развиваться. Также в то время здесь чеканили собственные монеты. Но основное развитие город получает в римский период, уже первый, второй век нашей эры. То есть все здания, которые вы здесь видите, это постройка, идет римская постройка, но в греческом стиле. Начинает меняться, и они уже строят здесь свои церкви. Здесь никто не живет,
И только уже в 19 веке, когда сюда приехали первые турки с острова Крит, они сначала здесь сделали небольшую деревню, поселение, потом город начал разрастаться, и со временем здесь уже, как вы видите, такой музей под открытым небом, и по сей день даже ведутся раскопки, строительство, реставрация, чтобы превратить этот город в таким, какой он был раньше. Thank you.
начинки разные. Это может быть картошка, сыр, либо с зеленью, либо это может быть микс. И также есть сладкие начинки, яблоко и шоколад.